Сегодня на обзоре старшая модель линейки стереомикроскопов Левенгук – Левенгук 5ST. Современный инструментальный бинокулярный микроскоп для профессиональной лаборатории с заявленным самым большим рабочим расстоянием в серии. Поставляется микроскоп в огромной картонной коробке. Вес поставки 5,2 килограмма. Раскрыв пенопластовую форму ложемент, мы находим полностью собранный и готовый к работе микроскоп. В комплекте два 10-кратных окуляра и два резиновых наглазника, дополнительный двухсторонний черно-белый предметный столик, пылезащитный чехол, шестигранный ключ и инструкция по эксплуатации. Массивный корпус микроскопа выполнен из металла и пластика. Присутствуют белый, черный и фиолетовый цвета. На большом овальном основании находятся кнопки управления освещением, прижимные лапки для фиксации образца, сменный матовый предметный столик и винт фиксации столика. Под столиком видим нижний модуль освещения, который, как и верхний модуль, состоит из светодиода, закрытого коллекторной линзой. Верхняя часть основания выполнена из металла, а нижняя – из прочного пластика. Нажатием центральной кнопки включаются сразу оба модуля освещения. Нажимая плюс и минус, мы соответственно регулируем яркость. А нажимая кнопочки с изображением светодиодов, мы выключаем и включаем верхний или нижний модуль. Система фокусировки расположена на вертикальном штативе высотой 290 мм. По бокам с помощью двух крупных ручек осуществляется движение оптического блока с модулем верхней подсветки вверх и вниз. Высокий штатив позволит рассматривать на предметном столике образцы толщиной до 100 мм и использовать дополнительные инструменты для измерения или ремонта. Усиление, при котором вращаются ручки, можно настроить. Для этого нужно повернуть одну ручку относительно другой. Сверху в кольцо кронштейна крепится весь оптический блок, который можно вращать на 360 градусов, а также вообще снять и пойти изучать огромные объекты. Рабочее расстояние около 120 мм. В нижней части, в общем корпусе, находится группа спаренных стереоскопических объективов. Вращая их до щелчка, можно выбрать кратности 2 или 4. Оптика объективов стеклянная с просветлением фиолетовых оттенков. Бинокулярная насадка имеет наклон в 60 градусов относительно вертикали, что добавляет дополнительное удобство при наблюдении. Состоит из призменного блока и фиолетовых окулярных тубусов, смещением которых можно регулировать межзрачковое расстояние. Также предусмотрена коррекция диоптрий. Для этого нужно вращать окулярные тубусы. Десятикратные окуляры имеют металлические корпуса, стеклянную оптику с просветлением, большое поле зрения и посадочный диаметр 30,5 мм. Комплектуются удобными наглазниками. Комплектный диапазон увеличений этого микроскопа составляет 20 и 40 крат. Давайте посмотрим, что он покажет. Перо волнистого попугая, двойной свет, 20 крат и на увеличении 40 крат. Перо того же попугая, только верхний свет на 20 крат и на увеличении 40 крат. Мушка плодовая, 20 крат, двойной свет. И только верхний свет, искусственная кожа, кожа человека и игла медицинская. Ну что же, Левенгук 5ST – это лидер линейки инструментальных стереомикроскопов Левенгук. Современный надежный корпус, хорошее настраиваемое освещение, качественная оптика – вот что выделяет его среди других микроскопов. Рекомендуем для профессиональной лаборатории в области биологии, медицины, геологии. Его также можно использовать в ювелирном и часовом деле, в текстильной промышленности, в животноводстве, в обработке металлов и, конечно, в ремонте микроэлектроники.